Есть. Уходит под воду, смотри, ныряет. Опа, не могу взять. Здорово, рыболовом. На дворе зима, выпал первый снег, а льда все еще нет. Поэтому мы с батей сегодня приняли решение ловить на лодке. Он будет ловить на кружки, а я на спиннинг. Устроим с ним мини-соревнования, кто кого переловит. Сегодня я буду ловить на новый спиннинг, который брал специально для ловли на джиг. Заказывал в крупном интернет-магазине финском Happy Angler. Доставка заняла всего 3 дня. Сейчас распакуем и смотрим, что там внутри. Спиннинг фирмы Konger Ultris Jig Zander Pro 210 см в тесте 5,24 грамма. Ссылка на этот спиннинг будет в описании под видео. Ну все, осталось только надеть катушку и выплываем. Сейчас мы поплывем вон на тот мыс. Красота-то какая. Все в рыбе на дне. Вот такой бычок. Карасик. Перевернулся! Вон, 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 тащит! Тащит, тащит, быстрей! А, есть поклевка. Перевернулся. Все, замер. Опа, есть! Сидит! Серёж, давай по ЗАГС, что-то крупное. Не забывай стравливать. Крупное очень. Давай сам тащи. Не могу. Давай по ЗАГ. Ну я не могу, я ловлю, блин. Очень, очень крупное, Серёга. Щука. Сейчас попробую. Вот она. Не, килограмм на два. Килограмм на два. Пескарик на пескарика. Сейчас попробую взять. Опа! Есть! Есть! Красавица, смотри! На пескаря! Без подсака взял! 1-0! Ну, пескарик, ты заслужил свободу. Плыви. Опа! Поплыл. Живой пескарик, я его отпустил. Серёг! Только подставил, еще один! Еще одна перевёрка. Играет. Опа. Опа! Есть! Еще одна! Давай. На тот же? На ту же самую. На пескаря только поставил. Это покрупней. Пошла, пошла, пошла. Под лодку пошла. Как же тебя взять-то? Подсака нет. Подсачника нет. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Опа, под лодочку, что? Оп, есть! Уже две. Опять на пескарик. А этого пескарика не видно что-то. Нет, одинаково. Нет, первый по чуть побольше, наверное. Первый все-таки побольше.
Ну, хоть удар был хоть раз, нет? Ну что, только начал ловить, еще не было. Вторая точка только, че, какой удар-то? Есть. Судак. Судачок. Небольшой судачок. Вот он, красавчик. Судачок схватил. 2-1. Две щуки против одного судака. Главный спиннинг называется зандер. Судачий спиннинг. И первую рыбку судак, надо же. Вот рядом с кружком клюнул. Чуть-чуть за ним в 5 метрах. Представляешь? А, ушел под воду. Уходит под воду, смотри, ныряет. А то я не вижу за тобой ничего, отойди. Лодки пугается, ныряет под воду. 2 раза нырнул. Опа, не могу взять. Слушай, что там сидит? Там хороший сидит на вытаске, потому что коряги могут быть. Давай. Остаток не забудь стравливать. Не подсекай особо там немножко. Ух ты. Тише, тихонько. Давай. Ну, я схвачу. Подтащи сначала потихоньку. Ух ты. Сначала подтащи. Под лодкой сидит. Тише. Вон щука, я вижу уже. Крепче держи. Есть! Угу. Третья. 3-1. Есть! Просто повис и все. Ну так похож на окуня. Судачок. Маленький. Чуть больше приманки. Пускаем